Колибри Арт представляет. Привет! Мы приехали на виллу Баргуола или как-то так в Италии. Ну, тут интересно тем, что тут можно и покушать, детки могут и попрыгать, еще есть и животные. Вот сейчас я уже вижу коня, идем к лошадке. Аня тоже уже увидела коня и теперь уже бежит. Не спеши! Вот какой конь. А он еще один идет издалека. А он еще один. А вот этот заборчик под электричеством. Не хочет подходить. Ой, какой он красивый, такой белокурый. Да, ты блондинчик. Ты блондинчик. Иди к нам. Мы не кусаемся, иди. Мухи тебя тут да, мучают. А вот еще один идет. Коричневенький. Да. Ну сейчас подойдут они. Они еще присматриваются к нам, еще не хотят подходить ближе. Ну, какие красивые. Вообще красавчик такой. Мне он так нравится. Подожди, Анютка, не спеши. Аня его так хочет потрогать. Какой ротник? Он захочет, подойдет. Мушки его кусают. Вот еще какой большой. Красавчик. Красивые лошадки, да, Анюта? Тебе нравится? И мне нравится, я тоже люблю лошадок. Подписывайтесь на наш канал Колибри Арт и ставьте лайк, не забывайте. Таня подняла сено, Аня не растерялась и хочет покормить лошадку. О, лошади уже заинтересовали. Да, смотрят, по крайней мере, на сено. Думают, брать или не брать. Вот, держи. Ой, сено берет. Аня, аккуратно, чтобы тебе током не ударила вот эта опять штука. Заборчик. Так, тихонько. Ой, покормил. Он же тоже боится, что его током ударят от этих полосочек, от этого заборчика. Да, Анютка? Все, Аня тут активно кормит. Взяла. Красивая такая, мне так нравится. Блондинчик такой. Блондинчик. Красивая лошадь. Блондинчик, да. Держи. Не хочешь? А, вот, блондинчика. А, блондинчик кушает у Ани суп. Красавчик, да? Хочу погладить, а он не сильно хочет. Ну, нежненько берет. Хотя зубатый такой. Ам-ам-ам, да? Тихо. Нет, не хочет. Тихо, тихо. Ну все. Он хочет есть, мама. Аня не дает им покоя. Что Анечка там рисует? Динозавра? Ой, аккуратно, молодец.
Классно. Хорошо. А собачка какая, да? Аня ее гладит, Аня. И собачка лягла. Нравится? Песик такой. Собачке нравится, Аня ее гладит. Ты массаж делаешь? Ты стопа аккуратнее с собой. Ну, что тут за вид? Вид? Курятник тут? Аня видит курятник. Да, точно, там вдалеке куры. Где-то там. Можно будет спуститься на этой ферме, посмотреть. Видишь, какой вид тут, да, открывается? Вот какой-то дом. А тут интересно, что? Тут какой вид? А тут такой лесок красивый. Красивое место. Все, Аня увидела какой-то курятник, значит, надо идти туда. По-любому. Что детям надо? Детям нужны животные. Им нужно зоопарки посещать, чтобы видеть их, животных, чтобы у детей появлялась эта нежность, доброта. Потому что у детей столько радости вызывают, когда не видят животных. Особенно, если их можно погладить, то вообще. Интересно, Аня находит сама дорогу, как туда идти, к этому курятнику. Убежала так далеко. Так, вот мы возле курятника. О, да, там есть индюк. А ну-ка, где он там? Да, индюк такой большой. Вот петух, петушок какой большой тоже. Сколько птичек, петушочек такой. Ну, что-то у него хвостика не хватает. Какой-то у него коротенький хвостик. Курочки. Индюки. Видишь, все живут вместе. Вот он показывается, индюк. Вот он идет такой. Посмотри на него. Какой он, глянь. Подошел. Ой, вот это он разговаривает. Боже, перепугаться можно. Вот так вот. Рассказал тут всем. Ох, как он перья свои пораспускал. Шо павлин? Все, успокоился. Что-то он там рассказал, повозмущался. Опять. И сразу, видишь, как он разговаривает, сразу перья, глянь, какие. Ничего себе, наверное, чем-то недовольный он, наверное. Да. Что-то кому-то рассказывает. Аня взяла сено, идет до кроликов. Потому что мы тут увидели еще кроликов. О, какие малыши. Я хочу. Какие они классные. Вот какие они классные, да? Я боюсь их. Да не бойся, чего. Они очень малыши и боятся нас. Видишь? Конечно. Тюфить. Аня кормит. Он не хочет. Ну не хочет, а и не хочет. Его ж кормят тут тоже. Так, классные крыльчата такие. Да. Меня не откусали. Потому что они послушные лаем. Они просто тебя боятся. Не слышно. Вот. Паучоточку. Красивые такие. Ой, кролик бедный испугался. Аня аж упал вниз. Аня, не хватай их, пожалуйста, хорошо? Кролик, а он вообще малыш, да, такой? Классные такие. Кролики. Ой, осторожно, Аня лижет. Они облизали кролики. Чуть-чуть кусает. Ну тогда не надо ему там.
Зато тебя уже один облизал. Да. Понравилось ты ему. Наверное, хочет к тебе домой. Нет, зайка, не можем мы взять. Тут же кроликов не продают, тут их выращивают. Тут их дом, они уже дома по себе. Ну, какой большой. Это, наверное, их не мама. Смотри, какая большая. Вот, смотри. Ты к маме к их не подошла? Ушла, да. Вот. Или папа то. Кто его знает, кто это? А может, это мама, я не знаю. Так, аккуратненько. Больно же им только не сделай. Ты нежнее, нежнее с ним. У них, видишь, шерсточка такая нежная, мягенькая, да? Они любят ласку, да. Ласку любят. Он явно Тане что-то хочет. Что-то вкусить хочет. Я не знаю. Такие ручные, прям совсем. И классные такие, маленькие, пушистенькие такие. Ну, комочки счастья. Видела гусей, говорю, к ним не подходи, потому что гуси могут и шипеть, и... В общем, не сильно доброжелательные могут быть гуси. Поэтому не надо. Я не предложила немножко в лес пройтись здесь. Красивое очень место. Супер. Я уже пошла в лес. Вон там, какой он лес. А вот сама вот эта вилла или ферма, или что это? Вот она вот так вот выглядит. Вот там. Покажи, кого ты нашла. Кто там? Не видно за твоими пальцами никого. А, иди она там. Сделай вот так. Боже, коровка. Пахнет прям соснами. Идем в лес. Такой запах лесной. Мы оленей встретим. Мы же один раз встретили оленя. Скажи. Идем. Мы по лесу ходим. В лес далеко не пойдешь. Оказывается, все ограждено забором. Видимо, чтобы люди в лес просто так не ходили. Наверное, оберегают животных все-таки от людей. Не, ну, наверное, правильно, что забор поставили, чтобы никто туда не ходил. Наверное, скорее всего, какая-то тропа все-таки есть в лес. Аня рвет травку для лошадей. Осторожно, ручки не порежь об травку. Вот Аня нарвала травы. Да. Идем покормим лошадок, если они есть. Да. Если они не спят, да? Ну пошли. Мы нашли, куда вход в лес. Он открытый действительно. Но мы туда уже не пойдем. Мы пойдем к лошадям и к животным. Аня, мы к животным. Да? Там написано, что злая собака. Пошли. Да, можно. Видишь, как хорошо, что можно с собачками ходить. Вон Пресвятая Богородица. Да? Мы к ней подходили, да, Анечка? Аня бежит и кричит, трава, трава лошадям, а лошади пасутся вдалеке. Я думаю, они подходить не будут, далековато они. Трава, трава! Вон они вдалеке, лошадки. Пасутся, да, не подходят. Давай на кролики пойдем покормить. На кроликов пойдем кормить? Ну давай, ты травку им дашь? Ну пошли. Раз лошадки не хотят. Идем теперь кормить кроликов. Траву ж не зря собирали. Аня пытается покормить кролика травкой. Ну что, кушают? Да. Ну вот. Заинтересовала сразу, да? Да. Ну, кушай. Кушай, кушай. Кушай. Кушай, кушай. Все, тут уже ажиотаж кролика возле Ани. Раз да. Трава, то все. Кушают они у нас. Ой, толпа сейчас здесь. Да, так они друг на друге теперь прыгают. Да. Вот так вот кушать они хотят.
Аня, кормилица пришла, да? Хорошенькие, да. Кушают. Кушают. Травку любят. Миша, погладить можно теперь спокойно, да? Потому что травку ты им даешь. Аня их накормит. Короли будут сыты и довольны, да? А там еще малыш где-то идет. Не может дойти. Черненький. Хочешь там его покормить? Да. Тут белый есть. Да, я сам. А вот малыш. Вот который. На. Хочешь? На, малыш. Куда ты прыгаешь? Беленький. Белый такой классный вообще. Беленький. Я хочу тебя накормить. Сейчас кушает. Кушает беленький. Такие классные. Ане явно понравился беленький, да? Да. Все подбивают. Ну, бери травку, корми, корми. Осторожно, ты ж не пальцы туда суй, а травку. Они возьмут, не переживай. Да, беленький, такой симпатяшка. А носик такой шоколадный. А вот гуся. Я к ним только приблизилась, сразу такой перья свои распустил и ко мне подходить. Ага-га. Гуси, гуси, га-га-га. Идут к себе вольер. А вот мы еще увидели козлов. Идем к ним. Козочки отдыхают. Просто гуляют козы без вольера. А те в вольере. В вольере. А вот какой козел большой. Вот это рога у него. Прям здоровенный такой. Повернись к нам передом. Не хочет. Вот козочка-мамочка. Сразу видно, что мама. Там еще одна сися. Таня тоже определила, что это мама. Сразу говорит, там сися. Козочки стоят. Вот они, козочки. Красавец такой, козел, конечно. У него такие роги. И большой он такой. Очень большой. Вот малыш-козленок. Такой маленький. Ой, такие маленькие рожки. И сразу нами заинтересовался. Он, наверное, спинку чешет об эту трубу. Такой классный. Гусь ходит. Это его вольер, его домик, наверное. Привет, привет, гусь. Я тебе ничего плохого делать не буду. Анечка, ну покажи, у тебя в ручках что-то есть? Ты уже нарвала? Ты для лошадок подготовил? Ну, идем. Идите к нам, идите кушать. Мы вам травки нарвали. Зелененькой. Аня очень хочет вас покормить. Аня машет травкой. Да, постепенно чуть-чуть подошел, остановился. Может, еще подойдет. Иди к нам, иди. Мы тебя травки нарвали. Иди к нам. Они щипают маленькую травку. Трава! Кому трава, да? Кому трава! Красивый очень. Подошел немножко к нам, коричневенький. Коричневый! Ну подходи, Аня хочет тебя покормить, травы нарвали для тебя. Подходи к нам, малыш. Он, наверное, не совсем малыш. Может, и взрослый такой. О, Аня его пытается заинтересовать, а он все равно боится. А вот к нам наш блондинчик подходит. Подружка, ты думаешь, это она? Может, это он?
Ага, Аня пытается его покормить травкой. Ну, чего ты? На. Я поняла, что нашему блондинчику нравилась осина, поэтому пошла за сеном, раз ему трава не подходит. Твой друг тебя ждет. О, смотри, сразу понравилось. Видишь, кушает у тебя. Да, у него зубы большие. Видишь, ближе подошел. Давай ему, давай. Не боится. Да, он самый смелый из всех, да, тут? И красивый. Мне очень нравится. Такой прям карамельного цвета. Он сам тебя боится. Ты опять за сеном? Что ж ты, красавчик, покорил Ане на сердце, видимо, что она тебе сено собирает. Ждет тебя твой друг. О, Аня уже побольше. Кушает. Мне ж нравится ему сено, оказывается. Сухая травка ему нравится. Кушает, кушает. Да, у лошади желтые зубы. Но они же зубы не чистят. Вот видишь, что значит не чистит зубы, какие будут цвета? Цвет какой будет у зубов? Желтые такие, да? Аня еще тут на батуте прыгает. Попрыгунья. В промежутках между животными мы прыгаем на батуте. Да, Анюта? Весело? Сегодня замечательно провели время, а вы подписывайтесь на наш канал Колибри Арт. Ставьте лайк. Пока!